читаем, ставим на паузу. Что означают эти настройки? Все написано, объяснено. Так, ну, что мне понравилось, это то, что яркость убирается практически под ноль. Что очень редко в смартфонах бывает. Есть ночной режим. Здесь же обои вы можете поменять. Есть режим энергосбережения. Опять же таки, все подробно расписано. Это вот App Store. И iTunes Store. Вот рядом Wallet и Apple Pay. Здесь у нас Siri голосовой. Давайте посмотрим на камеру. Вот какие режимы присутствуют. Full HD при 60 кадрах в секунду, 4K при 60 кадрах в секунду, 24 FPS, 30 FPS. Ну, вот других режимов что-то пока не видно. Auto HDR и сжатие видео. Опять же таки, можете поставить на паузу, если вам что-то непонятно, можете почитать. И сохранение настроек там есть. Это вот фото. Ну вот так вот все выглядит. Экранчик, конечно, шикарный. Тач обалденный. Нажимается все очень хорошо, очень шустро работает. Вот звук и настройки. Вот такой вот коротенький обзор меню вкратце. Надеюсь, вам это было полезно. Подписывайтесь на канал, если вам нравится видео.